В Актюбинской области капитально отремонтируют квартиру единственного в регионе участника Великой Отечественной войны Василия Грецкого. Фронтовика из Хромтау поддерживают волонтеры и местные власти. На его примере воспитывают и молодежь. Участник Второй мировой войны Василий Грецкий встретил утро под аккомпанемент военного оркестра. Боец Первого украинского и сейчас в свои 100 лет храбрится. На груди орден Красной Звезды и медаль Отечественной войны второй степени. Подвиг казахстанских фронтовиков не забыт. Их имена на слуху. В знак уважения и поддержки аким Актюбинской области Асхат Шахаров пообещал ветерану капитально отремонтировать квартиру, причем в ближайшее время. Мы не забудем подвиги наших фронтовиков. Наш народ героически сражался на фронтах. И 9 мая – особенный день для нас всех. На фронтах войны сражались больше 122 тысяч актюбинцев. 36 тысяч погибли. 35 уроженцев региона были удостоены звания Героев Советского Союза. Почти у каждой семьи здесь своя история. Три человека участвовали в Великой Отечественной войне. Это мой дядя, отец. Дядя не вернулся с Ленинградского фронта. Погиб в Старой Руси. Тетя работала в госпитале здесь. Отец был отдел контрразведки СМЕРШ. Прошел всю войну. Война унесла жизни больше 600 тысяч казахстанцев. Казахи сражались самоотверженно, не жалея жизни. Не забыт подвиг Маншук Маметовой. На примерах героизма сегодня воспитывают будущие поколения. Вячеслав Фетлугин, Мансур Искожин и Айбек Даутов. Актюбинская область, 24 KZ.